at once! Гарпун!
угробил, сын мой. Посмотри, что ты натворил. И это твоя мысль? Вы оба чокнутые! Мы покидаем этот мир. Сейчас же! Главное не рухнуть обратно. Ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Смотри! Пропавшая история Тюра! Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же! А вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты... Этот мне хорошо знаком. А. Его глаза — самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. Это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Я догадываюсь, от какой двери этот ключ. Той, что у воды. Помнишь?
Сын, то, что ты там увидел... Я ничего не видел. Ты что, не видел его, старика? Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Сказал, что Бальдер сын Фрей. Ну да! Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно! Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой! Что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра? Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Делаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник. И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Траугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно.
правда? Никогда! Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Там новое дело. Мы же с ним помирились. Может, в другой раз. Что вам нужно? С помощью этого камня и молота мы с Броком сделаем две кротикар. Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Две уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс! Он исчез. Поищите подсказки в его крепости в Конунсгарде. Смотри! Ключ – камень от Конунсгарда. И на нем твое имя. Просто зашибись. Крепость к северо-западу, за башней Свартальфхейма. Большое каменное здание, жуткое такое. Ни с чем не спутаешь. Братья Хульдра снова в деле. О, скорее бы начать работу. Я и не думал, что мы будем работать вместе. Но я рад. Особенно ради такой цели. За столько лет я привык работать один. Уже забыл, как может пригодиться еще одна пара рук. Я уже забыл, как легко плавить окалину, когда температуру меряет кто-то еще.
все детали проработаны. Пойдешь или будешь языком чесать? Ключ наверняка открывает ту дверь, которая была внизу. Помнишь? О, ты прав. Теперь этим ключом мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Почему Тюр чувствовал свою вину за то, что Один сделал с великанами? Однажды, вскоре после создания Мьёльнира, Тюр устроил дипломатическую встречу Одина и королей великанов. Долгая война только началась, многие верили в победу, а йотуны могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Давай я тебе попозже расскажу. Зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме? Я рад, что Брок и Синдри все же сумели поладить. Теперь они раздражают еще больше. Зато как приятно видеть, что они доверяют друг другу. Внизу что-то есть. Почему Тюр помог Одину встретиться с королями великанов? Тюр надеялся убедить все стороны, что мир выгоден всем. Он знал, что великанов очень беспокоит молот, великое оружие в ненадежных руках. Но они верили Тюру. Давай я тебе попозже расскажу. Еще имя.
он! Это ведь был дракон Бальдра, да? Да. И ты его убил, чтобы спасти меня? Настоящий подвиг. Еще имя. Олрун. Других я не вижу. Как же мы зажжем светильники в башне, которой здесь нет?
Что случилось с Одином и Йотунхой? Тюр всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привел короля воронов Йотунхейм. Дальше события развивались стремительно. Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла, в Мидгарде больше не найти великанов. И с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм. Даже не верится, что за столько лет никто не нашел башню Йотунхейма. Где спрятать такую громадину? Руна Тюра. Вот она. Мы вошли. А где это мы? Я знаю не больше твоего, братец. Мы под залом путешествия между мирами. Но почему потолок внизу? Эти двери, похоже, копии тех, что наверху. Наверху что-то есть. Я что-то вижу наверху. Наверх. Тюр использовал ту же магию для защиты черной руны. Возможно, то, что нам нужно внутри. О,
Рядом с дверью в Йотунхейм. Любопытно. Но достанем ли мы? Не отсюда. Что там сзади? Так, комната внутри комнаты. Гобелены. Наверное, тоже великаны делали. Похоже, что Тюр был у них в большом почете. Просто! Ого! Кто это? Сын, эта руна значит Йотунхейм. Ну да, смотри. Мы по ту сторону двери. Дверь наоборот. Что скажешь? Отойди. Ладно. Удивительно. Вся комната стоит на какой-то оси. По обе стороны цепи. А без них? Можно повернуть храм. Ладно. Повернуть? Сын, на статуях. Вижу, тут сказано бездна. Зловеще. Ну, читай. Первого раньше, последнего позже, пуста середина и тени нет тоже. Аутр. Ты уверен, что нам нужно именно повернуть храм, чтобы попасть в дорогу? Ты сказал, что мы пройдем здесь. Храм можно повернуть. Поэтому мы поворачиваем храм. Железная логика. Не знаю, что будет, когда мы перевернем зал, связанный с восьмью мирами. Это любопытно. Но вряд ли это доставит нас в Йотунхейм. Я бы рискнул. Хотя не знаю, может, вы с Тюром одинаково безумны? Сын, здесь еще один. Тут сказано Бергельмир. Мама говорила, это король великан. Да, так и есть. И не просто король. У него была куча детей. Это, малыш, еще очень мягко сказано. Он мертв, но его никто не убивал. Великаны умирают от старости? Иногда. Но это редкость, почти сказка.
Это что, армия статуй? Не думаю, что они оживают, если ты об этом. Кюр считал, что в его мире солдатами должны быть только статуи. У него доброе сердце, конечно, но ни капли самоиронии, правда? Снова эти ловушки. Я тут подумал, может, меня пока мальчик понесет? Ну нет, ты же все пропустишь. Тебе ведь это нравится, да? Это другой. Разнообразие — это очень важно. Thank you.
Хорошо! Просто ненавижу это. Знаю. Пора тебе действовать, брат. Оставьте их в покое. Но это явно не про нас. Готовься!
Цепь.